Так, серия номер 3. Продолжаем гонять Most Wanted. Сегодня среда, по-моему, да. Такая длинная рабочая неделя, я опять после работы. Так, гонки, нет. Подожди, стоп. Тю, эти я прошел. А вот эти. И эти я прошел. А, ну да, ну да, ну да. Победа 4, еще надо... Здесь точно, я вспомнил. Серии не хватило, тогда мент, по-моему, привязался. А, ну да, да. Хороший трек. Кстати, это второй, который мне нравится в этой игре. Мне нравится тоже мотор, вот на данном этапе, как звучит у Кобальта. Ну посмотрим, я, по-моему, говорил, что какую-нибудь Мазду возьму. Может быть, да. Я Маздочки тоже люблю. Так, я не разыгранный, не играл. Сейчас будем разыгрываться, значит. Да, хорошо, что тут танцев с бубнами таких не надо совершать, как в андерграунде, прежде чтобы начать нормально играть. Это хоть плюс, блин, какой-то. Вот пятое, и все, он не пойдет дальше. Ой, эта пятиступка скоро станет для нас проблемой в гонках. Когда более серьезные заезды начнутся, коробка будет все еще пятиступенчатая. Ну вот, вот и будут нас делать. По поводу прострита, ну, не знаю, как там, потянет, не потянет он вообще, вместе с программами, которые там, ну, для снятия видео, вот эти вот ресурсоемки, которые, если все нормально будет, я поснимаю, ну, я думаю, потянет все, ништяк будет, посмотрим, но я, так, что там? Выполнен 100%. Я не знаю, победили мы или нет. А, победитель, да. Эй, ты, придурок, давай с тобой ездить. Я готов, а ты? И я готов. Поехали, лох. Хоть спринты мои любимые. Поехали, поехали. Так, мы тебя ждем. Какая гора страшная, а? Конечно. Копы там где-то, он. Ох, тут у него тюнинг ублюдский. Ребята, посмотрите, что это за клоун приехал. Призрачный гонщик. Ой, в кавычках. Ой, дурачок, а. Так, стоп, а я ж машину забрал. Volkswagen Golf у этого. У того китайца или кто он там. Я не проверял даже гараж, надо посмотреть. Надо ее продать к чертям свинячим. Так, ну тебе нафиг. Продать ее, деньги нужны. Деньги нужны. Воу-воу-воу, ты чё, ты чё, а? Чё ж ты, блядь? Перегазовку надо не делать. Хотя в этой игре это мало что, конечно, будет означать. Из-за, ну, скажем так, нереального особого поведения аркадного. Ага.
Офигеть, он ударился, по-моему, об стену. Как он так заходит, я вообще не понимаю. Такое ощущение, что у машины нет тормозов. Вот нет их. Он бьется об стенку, и это и есть тормоза, и заходит. Очень хорошо, что нормально есть НФС, в которых так нельзя делать такие глупости и заходить об стенки таким образом, где надо нормально тормозить, переключать передачи там. Ну, эта часть, к сожалению, не подходит про те, о которых я говорю. Время отрыва меньше секунды. Что-то я это не разыгрался нифига, что ли. Ты что, в слепстриме висишь, что ли, в моем? А? Ой, давай, до свидания. Но нет, нифига, сейчас он нас быстро нагонит. Хорош, Кобальт. Пока справляется, пока тянет. Так, и следующий спринт покороче. Я опять без таймера. Вот это я лох, забыл. А, нет, у меня телефон заряжается, вон лежит. И фиг с ним. Хорош. Я считаю, что очень хорошо сейчас стартанул. Очень хорошо. На 62 переключился. Это обычно на 60. Нормально. Так, оп, тихо. Выходные близятся. А значит, онлайн заезды в андерграунде тоже близятся. Кто там будет гонять, давайте. Что-нибудь скажите, напишите. Эй. Он под люка заходит лучше, чем я здесь. Он, я смотрю, скорость не так сильно теряет. Да, напишите, давайте поиграем, покатаемся. Я пару-тройку машин настрою, чтобы разнообразить приключения. И будем кататься, будет участвовать мой лансер карьерный в онлайне. Так что все будет неплохо. Ого, вот это желтизна, офигеть можно. Нереальная желтизна. Сильно они переборщили тут. Блюр, всю эту фигню вообще надо убирать. И то я отключал видеообращение, это, по-моему, как там называется. Нафиг не нужно. Ух ты, ё! Ты чё, маршрутчик? Солнышко долбано, а? Какого ты черта, я не увидел поворот. Так, нагнетатель работает. Вот. Просвистывает этаж. Ну тут звуки, конечно, получше, чем в андерграундах. Реализовано, мне нравится больше. Так, ну что там? Пока-пока. Давай, живее, время капает. Так, берем обязательно вот эту. И по традиции я брал эту в этот раз тоже. Экстра штраф. Добавьте своей машине. О, вот это уже... А, нет, по-моему, он на Toyota Supra. Да. Хотел только что про него сказать, что ой-ой-ой, там серьезный парень какой-то. Пропускаем заставки. Все их видели не один раз. Так, что там, я недооценил тебя? Ага, ты недооценил меня. Я недооценил тебя. Что я тут делаю? Я кое-что хотел проверить сейчас, прежде чем ехать туда. Вот. А, ну да, вот он стоит. Конечно, продать, о чем речь вообще, елки зеленые. Так, сохранить. Далее, свободная езда.
Поедем посмотрим, что там за машины в гараже продаются. Уже. Мне интересно посмотреть. Хотя знаете что? Ни хрена подобного. Я на Мазде буду. Поэтому я знаю, что она еще нифига не открыта. Поехали Кобальт качать. Так, мотор, мотор, мотор. Нет. Подвеска, а нет, или что это? Трансмиссия. Нитрус. Теперь мы его ставим. Нам надо покрывать нехватку мощности, вернее, нехватку шестой передачи азотом. Скорее всего, будем ее покрывать. Так, и нагнетатель. Опа. Первый уровень компрессор, отлично, ставим. Так, у нас денег вообще. Так, 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 так. 22 тысячи кузов. Витрина. Да нахер он нужен, ёлки-палки. От него только толку тут, только для вида. Спойлер тоже, 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 тоже. Не хочу. Так. Вот такой цвет только хотел сделать ему. Так, блеск, а металлик есть? Металлик есть. Ну как металлик чуть-чуть не такой, как я думал. Да, я ставлю его, и колеса я хотел делать вот такие вот. Все. Да, применить. Поехали. Сейчас еще мне надо будет в тюнинге чуть-чуть его под это. Так, слышу, слышу, слышу. Это не надо. Нитрус. Куда ползунок? На ускорение. Так, извини. Право для более мощного ускорения, но меньше длительности. Да. Даже вот так чуть-чуть сделал нагнетатель. Так, крутящий момент высокая. Вы пожертвуете ускорением. В принципе, у Кобальда неплохой баланс, но я сделаю так все-таки. И что, уйдите от преследования и пометьте хотя бы 4 копа. Ага, нормально. Чё, поехали кататься? Поехали, говорю, что-то там завис. Поехали, я тебя покатаю. Ну и чё ты там плетёшься, живей! Оп! Ага. Так. Черт. Копы пропали. Ну где вы, а? Ну что-нибудь. Вот так сделаем. О!
Поехали искать твоих товарищей. А. Чё там? 4. Так, 9, 2. А, еще 4 минуты надо с ними ездить, да? Ага. Ну ладно. О. Вау. Хотел я отщемить его, нифига. У них машины железобетонные. Когда они останавливаются, что-то вообще ноль. Да и хер с ним. Поехали набирать эту премию. 2700. Так, еще один вижу, да. Ой, бредовая тема. Азот наполняется сам. Да ладно. А ну, что там произошло? Я с тебя шизею, дружище. Как ты еще жив? Или это уже не ты? Съезд дороги там. Так, а за что премия? Дастся она, если я ударю вот этот трафик? Нифига. Так, что-то там куда-то время уходит, я посмотрел. Давайте по это, по злобству чуть-чуть. По нулям время. А, это значит, надо было менее чем за 4 минуты уйти, а не продержаться. Время это долбанное. Мне нужна еще одна тачка копов, чтобы я не, в общем, чтобы я потом увижу премию, не ехал опять. О, тихо, ты чё так? Второй уровень, отлично. Твою мать, как разошелся. Спасибо. Ого, вот это у них. Ёлки-палки. Все, надо от них текать. И потом еще сейчас одну веху сделать. Так. Он как будто не заметил потери скорости этой. О, господи. Так, еще одна там вижу. Это этот пончик.
Что? Откуда ты вообще там взялся, дурачок? Да вот чмошник, а. Ой, не-не-не. Ну вот. Кто-то Родж какой-то. Так, в гараж. Все это хорошо. Премии надо вот эти все делать. Сейчас. Так, нет, черный список. Угу. Избегайте преследования. Так, это и те три я тоже сделаю. Потому что там хорошая награда. И советую всем их все делать. Не то, что он там 4, 3 требует. Типа, сделай дальше. Нет, делайте их все. Поверьте, ох, как поверьте, это все потом надо будет. Каждый вот эти вот очки, все вот эти, все будут нужны. Не заезжай сюда, не заезжай, едь по дороге, а, умоляю тебя. Давай, вот, все, проезжай там. Отлично. Так как вы меня достали? Иди нахрен, Мия. Черт тебя возьми. Хватит мне писать. Что за фигня? Как гонку проехал с СМС? Гонку проехал с СМС. Идите нахер. Что там такое? 175. Погнали. Вообще уже охерели. Кто им мой номер дал? Всех удалить нафиг, блядь. Нормально. Ой-ой-ой, 170. 170-очка. Я не знаю, сколько времени мы уже играем. Очень хорошо. Так, ну, чувство уже пора заканчивать, у меня такое ощущение, что там 4 минуты, там 4 минуты, сколько он хочет? 4 победы. Раз, два, три, а, вот спринт, ну, можно этот спринт сделать еще, и все, я думаю. Опять не ставила таймер, видите, я не знаю, не хочу я, чтобы там серия получилась, я ее кодировал полчаса, не знаю сколько, полтора часа, если не больше. Thank you.
Да, тут уже Eclipse тоже ничего. Вот этот Fiat, помните, я вам говорил, расскажу, вот этот, который Fiat с легкостью Lamborghini с полным фаршем вообще делает. Не верите, сами попробуйте. Тут есть такой бред полнейший. Дисбаланс он называется. Не тюнинг, не как-то там бот настроил его каким-то образом. Это никак не получится сделать. В здравом уме, я имею в виду. Чуть-чуть ручника. Не-не-не, не выезжай. Ух ты, ё. Я даже не успел помолиться. Так. Они-ка по какой-то сокращенной... По какой-то сокращенке поехали. Пятая у него короткая. Офигеть, придаточные числа. Ему надо бы растянуть... Ну, тут что-то похожее есть. Ого, вот это меня откинуло. Вот это бред. Чё там за резиновые такие стены? Так. Фиат, посмотрите, никто иной, как Фиат едет. Он всех сделал. Поверьте, это машина типа Toyota Corolla во втором андерграунде. С читерским уклоном. Потом и разработчики сами писали, что там ее сделали, почему-то там. Так, о господи, хватит мне писать, написывать. Так. Черный список. Нет, давайте все-таки... Чтобы было еще так, пройдем одну вот такую. Сколько там? По 10 километров. Вот эту вот короткую. Ну как короткую? 8 километров. Остальные оставим уже на следующую серию. Четвертую. Приглашают меня в чемпионат по гран-туризму, идет. Я в этом участвовал уже. Вот. Очень большое было состязание. Сейчас в группе 60-летия, по-моему, что-то там. Что-то связано с Nissan Skyline. Что-то там кубок Nissan. Что-то приходило мне оповещение, надо еще почитать. Можно, в принципе, покататься. Там ребята гоняют, мама родная, в общем. Ну, игрокам, кто там чисто играет в аркадные гонки, делать там вообще нечего. Ну, можно ради интереса погонять, но на призовые места какие-то, да даже в десятку вы не попадете. 99,9. Потому что там, во-первых, соревновательная площадка, по-моему, из 15 человек состоит. Ну, попытаться может каждый. Но поверьте мне, после Мастланта, да, если вы зайдете в Гран-туризмо, вы будете ругаться. Ой-ой-ой, что такое? Как можно играть? Очень трудно. Машина там заносит ее, очень сильно сносит. Крутит там. О, боже мой, там меня все обгоняют. Вот, я там Мастланта проходил 10 раз. Почему здесь такая вот фигня? Да потому что, ребята, это симулятор. Это практически полноценный нормальный симулятор. Ну, я не считаю его на 100% симулятор вождения машины, я знаю другие. GT Legends очень хорош. Да, вот, но... Он очень-очень-очень-очень-очень приближен к ним. И поверьте мне, NFS-ки просто легкие какие-то там разминочные игры. Вот в NFS можно размяться... Я так вообще считаю, ну, вот, смотрите, опять это Вик, да иди нахер! Чё ты делаешь, что ты мне написываешь, дурачок?
Все, сохраняемся, серию завершаем. Всем советую в Gran Turismo играть. Со второй части начинайте. Первая часть, в принципе, там меньше машин, трассы те же, что и во второй. Вторая, в общем, более расширенная версия. Там, по-моему, до 700 машин доходит в автопарке. Все, спасибо всем, кто смотрел. Увидимся в следующей серии в Gran Turismo. Играйте. И напишите мне по поводу Underground онлайна. Кто что там, пишите. Давайте будем ездить.